Друзья, всем привет! Хочу сегодня вам показать некоторые перевалочки будут, подсадочки. Вот. Сейчас будем... И буду обрезать кое-что тут еще, черенковать. Ну вот что я... Первое, я хочу вот фикус вам показать, лирата. Это я свой в том году черенковала, вот он у меня укоренился. Мне кажется, ему маловато уже этот вот плошечка. Я думаю, его вот побольше посадить. Не стала сегодня поливать его. Вот, сейчас посмотрим, какая у него корневая. Стоит на юго-западном окне у меня. Ну, конечно, уже давно пора. Вот, друзья, видите, какая корневая хорошая. А вот когда они плоховато растут, значит, им нужна срочно пересадочка. Ну, грунт я тут, как всегда, у меня уже составлен. Я полмешка составила в этот раз, а то часто пересаживаю что-нибудь. Вот, друзья, сейчас посмотрим. Вот так поставим. О, прям отлично, мне кажется, вообще супер. Вот импровизированный такой вот от бутылочки, от твердой такой отрезала. А то я как-то все время руками голыми делаю. А в этом году вот два раза у меня такие заусенцы были. Именно после вот посадки... Ну, как повожусь в земле, так начинается вот эти болеть. Руки, пальчики болят. Вот я решил теперь вот так делать. Потому что кто знает, что там есть. Вот. Немножечко сейчас пальчиком вот так сделаем. Ну, я, конечно, потом пролью, немножко осядет, я еще подсыплю. Вот. Вот один у меня. Куда же ее поставить, пока вот сюда вот ставить. Так. Вот еще один фикус триангулярис. Я его вот этот черенковала. У меня оставалась одна палочка. Я думала, он погиб. Я про него забыла. А вчера начала поливать. И смотрю, он у меня там в уголку стоит. И вот, оказывается, он у меня вот выпустил вот такие листочки. Палочку жалко было выкинуть. Я думаю, ладно, пусть стоит муж. А ну, гляньте, взялась. И вот я хочу их два вместе посадить. В этот же вот, наверное, горшочек посажу. Просто это чуть-чуть. Сейчас достанем их. Вот. И заодно корневую поглядим. Тут она все равно, ему большеват, наверное, вот этот горшочек желтенький. Ох, корешки, гляньте, какие. Ох-ох-ох. О, так тот он небольшой, вот он, корневая. Но сейчас все равно я хочу вместе посадить. Но вот эту землю я тоже не выкину, потому что она вся свежая. Вот, и вот он еще один. Я думаю, вот так сейчас их посадим. Хотелось бы, конечно, поближе друг к дружку, чтобы на будущее вот так были они. Они будут и красивы. У меня... Есть так фикусы, много фикусов посажено вот таким способом. Вот он какой. Вот сюда вот моего. Так. Сейчас, друзья, подсыпем. Все-таки я свежие землички подсыплю. А это у меня земли есть куда. На огород вот на свой высыплю. Ой. Сейчас весна. Он сейчас хорошо пойдет расти. Вот. Так. Я теперь думаю, до осени вот это будет. Ему хватит пересадочки этой. Пролью HB101. Я всегда после пересадок... Все проливаю HB101. Так. Еще у меня тут есть вот такие вот хоечки. Забыла, фитчи, по-моему, называется. Вот у меня их теперь две. Это я вот от нее укореняла. Кстати, быстро укореняется, растет очень быстро. Вот я хочу их в один горшочек тоже посадить. Вот эти вот горшки мне не нравятся. Знаете почему? Я не люблю с дырками. У меня же хоечки на подвесе висят.
А получается, я ее не заливаю. Чуть-чуть торт, земля легкая у меня. И вот я когда начинаю поливать, она проливается. И вроде не сильно поливаю. Я люблю вот эти вот горшки. Вот они. Вот в этот я сейчас их пересажу. А эти тогда горшочки вот на какие цветочки будут на столе, я тогда их туда посажу. Вот. И еще вот эту сейчас. И как раз будет очень красивый кустик у меня. О! Сейчас, друзья, тут немножко земли насыплю. Горшочек. Вот. Сейчас вот эту фитчу посадим. И рядышком эти вот. Вот они какие у меня. Красавицы. Вот, потихонечку сейчас подсыпем. Мне кажется, вот уже сразу какой красивый кустик получается. А то я не люблю, одна веточка какая-то висит. Вот, друзья. Сейчас. Прям мне нравится вот эта хвоечка очень. Вообще-то я все хвоечки люблю, но из-за того, что она вот это хорошо растет. За это она мне очень нравится. Прям быстро растущая такая. У меня, конечно, все хвоечки молоденькие. Еще никакие, ни одна не цвела. Ну что, я в том году только их начала собирать летом. Ну, пока вот так. Так, друзья, вот он. Так, сейчас вот туда буду ставить. Вот такая, друзья, у меня получилась. Красавица. Гляньте, какая. Потом вот это помою их. Вот, красавица прям. У меня все на подвесах они. У меня там теперь много хвоечек, которые надо вот в такие горшки пересадить. Не люблю я вот эти. Эти вот, которые на столе будут стоять у меня. Так, сюда сейчас мы... Друзья, сейчас где-то у меня тут есть такая штучка. Не найду. Ну ладно, сейчас. Вот она сейчас. Друзья, вот такую штуку я использую, чтобы не просыпалась. Я вот так вырезаю на донышко. Это от окон сеточка. И вот так ложу. И грунтик насыпаю. Ну вот сейчас у меня колюс. Надо их пересадить. Они уже давно-давно переросли. Ну пока вот в этом пересажу. Еще вот от него есть такой кусочек. Тут еще монстера манки есть. Вот, ну, сейчас будем в один горшочек вот в этот посадим. Вот. Уже, по идее, еще надо черенковать. Видите, какой длинный перерост. Пока собираюсь, они уж переросли. Они быстро колются, растут. Я их по 3-4 раза в год обрезаю. Вот, друзья, сейчас мы тут землички подсыпем. Вот и все. Вот это посадим. Я вытащу. Посмотрим, может, корешочек может дал. Ну да, корешки вон хорошие. Я люблю перлить и укоренять. Мне прям так нравится. Все прям отлично укореняется всегда. Так, видите, он уже даже ему пора уже давно пересадить, а все никак. Уже давно красавцем было, все некогда и некогда. Летом я их на улицу вынесу. Такое, чтобы не сильно на солнце были. Так. Они там такие красавцы становятся вообще. Вот, друзья, вот этот получился такой. Какой-то черный. Где-то у меня был написан. У меня этикеточка где-то от него лежит. Черный какой-то. Блэк. Так, что еще у меня тут есть?
есть, друзья, вот такая хоечка еще. Вот она. Акута варигата. Я тоже укоренила несколько ростиков. Тоже хочу сейчас сюда посадить. Я, наверное, в этот же горшочек выну так, а потом опять сюда же посажу. Вот они, горшочки. Я такие люблю, обожаю. Так. Ой, тут землечка уже тверденькая. Не поливала. Ничего, сейчас я свеженько насыпала. Ой, ну не корневая, это небольшая, я бы сказала. Все равно хочу свежей земли насыпать. Это куда-нибудь другие пойдет, другим цветочкам пойдет. Вот так. Вот эту я посажу. Какая у меня была. И сейчас, друзья, еще покажу мне где-то ростики. Вот они, ростики. Будем смотреть сейчас. Дали они хоть корешки. Тут я собралась пересаживать. Так, маленькие есть корешки. Сейчас еще посмотрим у других. Ой, ты как-то маловат. Но есть, наклюнулся что-то. Потому что еще и не стоило его. Так, тут тоже появились маленькие корешочки. Наверное, посажу. Что мне ждать? А эти вот пока, наверное, один хотя бы подсажу, а эти, наверное, оставлю. Сейчас посмотрим еще. Ну, вот есть корешок-то, ну, слабенький. Так, а вот у этого. У этого нормально. Вот, три подсажу, нормально будет. Вот, а это пусть пока еще стоят на укоренении. Так. Сейчас, друзья, вот все подсыпем. Так. Вот так. Ой, друзья, простите, иногда задеваю головой, он мне висит тут. Вот, и вот эти вот сейчас сюда ростики посадим. Так. Не знаешь, как посадить-то. Путем. Может, их надо было маленький горшочек пока еще, чтобы они поросли. Ну, что будет? Обязательно так пальчиками немножко приминаю. Это вот все в том году, все-все хоечки я покупала летом. Так, куда же ее поставить-то? Сейчас вот сюда, наверное, поставлю. Так, еще что у меня тут есть? Кстати, вот еще, наверное, одна такая же. Но я их, наверное, вместе вот эти вот поставлю. Пусть они вместе будут. Вот в этот, наверное, поставлю. Надо хоть посмотреть, есть у него что тут. Это длинный у меня был такой ростик. Да, уже вот есть кое-какие корешочки. Так, что ж с ними сделать-то, я даже не знаю. Может, их в землю положить, пока небольшие корни. А потом тогда это... Вот сюда вот. А то, боюсь, тоже перестоят. Тоже не очень хорошо. Палочки, кора попадает. Так, сейчас, наверное, все сюда посадим с корешками, с этими. Вот эту. И тут усик от него такой длинный. Усик и вот эти обои сюда поставлю. И потом у меня такой флорариум есть, или полюдариум, или как он, парничок. Я туда ставлю
на доращивание, как говорится. Вот. Тоже сейчас HB101 пролью. Вот, сюда поставим. Так. Не знаю, друзья, вот еще у меня хоечка Лиза есть. Не знаю, есть у нее корм, нет. Посмотрим сейчас. Что-то какая-то не очень, мне кажется. Хотя вот нормальные корешки. Давайте сейчас посадим. Где-то у меня маленький такой стаканчик есть. Вот такой вот от йогурта или от чего-то. Опа. О. Посадим. Что оно, гляньте, какие корни. Лизочка. У меня там еще есть несколько ростиков. Этой стороны обязательно. Вот такая вот. Это Лизочка. Хуя. Так. Что тут еще у меня? Так, так, так. Тут еще кое-что есть. Ну ладно, давайте еще вам вот этот покажу. Пенат он бывает. Я его купила. Вот такой он был у меня. Вот такой. Это был зимой. Вот этой. И вот сейчас, друзья, смотрите. Да, он у меня вот такой ростик хорошенький. Вот я его хотела сейчас черенкануть. Потому что мне в одну плеть не нравится. А будет три плети, это уже дело, как говорится. Сейчас почеренкую. Сейчас, друзья. Вот такую вот салфеточку приготовил. Можно дисками. Что-то диски поблизости не нашла. Вот можно перечь водорода сейчас обработать. Можно это... Я, во-первых, сейчас ножнички обработаю, перекись тоже. Вот. Вот так я обрабатываю. Друзья... И будем с вами черенковать. Так, так. Ну, я смотрю, тут вот, наверное, вот так я сделаю. Вот тут сделаю. Потом один поменьше. Я все время вот один по длине делаю. Кончик это будет означать, что это низ. Вот. Ну и тут, я даже не тут, тут я не буду черенкать, потому что тут вот маленькая точечка, это корешок будет и этот корешок. Вот, и как раз потом, когда укоренится, подрастут, я к нему подсажу и горшочек новый тогда. Вот, его отставляем. Сейчас, друзья, вот сюда вот я его вот так поставлю. Сейчас. Сейчас, друзья. Сюда вот, друзья, насыплю перлит. Перлит. Вот. И сейчас он немножко постоит. Я не тороплюсь сразу воды наливать попозже чуть-чуть. Пока вот эти вот цветочки пролью туда-сюда. И потом вот этот вот полью и тоже во флорариум ставлю. Вот. Это пенат он байт. Так, что у меня тут еще? Ну, и давайте вот уж монстерочку посмотрим. Да ладно, корешки, мне жалко выбрасывать. Думаю, ой, да еще и две тут. Ёлки-палки. Ну, нормальные вот корешки. Все. Сейчас посажу, сейчас весна, сейчас пойдет. Так, какой же ее горшочек? Зайду, наверное, пока не горшочек, тоже вот такой вот. Посажу вот такой вот. Да и все. Вот она мне эта штучка. Вот так вот поставим их. Они пойдут.
Потом не угадайте, она быстренько хорошая, хорошо растет. Так. Этот вот перлит я его не выкидываю, конечно. Я потом в землю его подмешиваю. Друзья, ну вот такая у меня получилась пересадочка. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, заходите в гости. До новых встреч, друзья. Пока-пока.